Приветствую. Итак, играем за Сирай против Ботании. Так, ну возьму бедуина. У меня в команде клан Ад и какой-то еще чувак. У них Априкосмен, лучший дуэлянт в Баннерлорде. Больше я никого у них не узнаю. Лукиана какая-то, если ты... Девчонка, надо ее добавить. Точнее, я хотел сказать... хороший, если игрок, то надо добавить. Это первая игра еще за день, так что я тут не размятый. Да, блин, хороший лучник. Слушай, они что-то убивают. Может, они тоже стаком играют? О, я ее убил. О. Так, ну верблюда, на удивление, еще много хп. Тут лучник. Ты их дофига. Меня сейчас спешат. Нужен джавелин какой-то. Блин, не валяются тут. Вот, но, блин, не успел. Зараза. Дай джавелина. На 38. Да, блин. А, это Априкосмен, кстати, как раз. Ну, я думаю, они его победят. Я X прожму. Лучший дуэлянт. А, у него еще и этот. Вот интересно. Ну, хорошо играет, вот... Хорошо играет в скирмише, но против четверых это не поможет. Так, вот что это у нас как раз. Ой, давай я этот попробую рыцарский удар потренить. Короче, у меня за все время, как я обучаюсь по методике Inspire, я еще ни разу рыцарским ударом, ну, не поддел кого-то. Я имею в виду, что ты подшибаешь, щит отводится в сторону, точнее, сбивается щит, и ты потом мышку переводишь и... Рыцарским ударом добиваешь. У меня, по-моему, ни разу так еще не вышло. Все пробую, но... Да, блин, пол хп лучше. Да, господи. Ох ты, какая жесть. Слушайте, мы можем проиграть. Пипец. Господи.
Нет, жесть, проиграли, походу, этот раунд. Жалко, тут не пишется ник соперника, с которым сражается. Непонятно, где это прикосмен. А, он один остался. Все, значит, я прикосмен. Ну да, один на один дуэлянт, он и в этом. И в скирмише дуэлянт. Ой, жесть. Ой. Вообще жесть. О, его свой убил. Кстати, если у него жизни нету... А, есть у него жизнь, блин. Так, сейчас двое против него. Вот это очень интересно. Но сложно им, конечно, будет. Надо было всаднику, блин, подобрать что-то. Ну вот, да, хотя бы так. Этому надо держать его... О. О, супер. Молодцы. Нет слов. У них один всадник. Ух ты. Снес мне. Моему верблюду больше половины. Теперь меня почти. Хорошо, лучнику хоть как-то помог. Вообще один хп. Ну ладно, бывает. Так, а запас есть? Опа. Супер. Вдвоем затащили. У кого-то из них еще хп есть. Ой, хп, блин, жизнь. Не успею. Yeah!
На 69. Да ну ты чё? Давай без этого. Ну и где тут этот джавелин нормальный? Ой, чертовы пинки, чувак. Ну а чё, чертовы пинки, это механика игры. Я тоже ее не так давно, на самом деле, начал осваивать. Так, за Вландию против Ботании, против нас теперь клан Ад и Априкосмен с ними. А со мной клан РМ двое и какие-то... какие-то челы... которые друг друга бьют. Короче, мы, скорее всего, проиграем, потому что очень несбалансированный. Двое всадников. Вообще, этот вангуард, я согласен, мне не нравится больше всех из классов. Ты не можешь нормально посаппортить пехоте. Йо! Ты ёлка. Ну, хоть ранил. Не, они там как в засаде сели. Лошадь вообще слабая. Ее бы заменить вот у этих у ботанийских всадников, надо, наверное, отжать. Нет. Надо как-то вот у этого. Опа. Да. Шатку сменил, теперь могу хотя бы их сшибать, но тут за мной уже всадник. Мы даже на удивление кого-то смогли убить. Есть. Пожидай лошадь за меня. Супер. У нас каким-то образом большинство даже осталось. О, этот у них тоже наваливает всадник. Априкосмен ливнул. Или его кикнуло. Ну, похоже, что он просто... похоже, что него бомбануло. Так, к ним кого-то закинуло, но...
Непонятно пока. Тридцать 34. Точку возьму. Зажали. Они, может быть, в пати. Это же не всегда в пати, кто играет, себе вот эти клан теги ставят. Минус 52. Минус 44. Где-то у них лучник. 49. У него один децибел. Да сколько у него там децибел-то уже? Ну сколько бы ни было, явно мало. Так и так, бегом-бегом. Да, вот единственная тактика жизнеспособная, одна из единственных, наверное, это лошадей менять. На 49, на 40. Хотят. Нет, не хотят. Блин, меч голимый. Чё, будет это? Ну ладно, давай. Ну там его до этого арбалетчик в него, по-моему, стрелял, еще ранил. Так что нечестная дуэль. Ну ладно. Хоть какая-то. Так. Ого, какие вы круто. 44. На 42. Все, чистая победа. Хотя чуть-чуть он там что-то где-то пока не попал. Совсем забыл про джавелины. Ugh!
Ой. Уже не успеем, его там уже разорвались. На, еще у него, наверное. Do you have YouTube channel? Типа, у тебя есть YouTube канал? Ну да, есть. Баннерлорд видео, да. Итак, играем с Бетти против РМ. Еще какие-то челы с ними. И у нас тоже разные кланы. КВ, ВТ, H5. Посмотрим. БТ, да? Ну да, они тут по-английски же эти теги ставят. Тогда БТ. Ой, у них конники опасные, я с ними играл. Сейчас, наверное, буду от них уезжать. Что-то их даже и не видно, странно. Мы две точки забираем, какой-то у них план. Появились. Ой, зря он туда поехал. Да ты сука! Меня сразу спешили, я не понимаю, как он там проехал. Почему меня спешили, его нет? Ну что ж туда поехал? Нееет! Еду к тебе, лучше его оттуда. Вообще как? Нет. У нас кто-то ливнул уже. Молодец, хорошо ты их. Да ничего, хорошо. Ну, когда игры такие сложные, то это обычное дело. Как у спортсменов, они эту присыпку используют, там, допустим, штангу, чтобы брать. Ой, а что потом будет? Тут все прилипло? Но зато ради каждого процента эффективности. Нет, сейчас тепло, у меня тоже такое, да, бывает. Мы вообще никого не убили, короче. Ну вот, блин, ошибка, что он туда едет, я так и говорил. Не надо туда ехать. Да, он опять туда поехал, его опять убили. Но мы там, на, ничего не сделаем. Я даже не знаю, что тут. У них даже коники одни не ездят. Не, там арбалетчики у них топовые, вообще-то не высунутся. О, все, еду. Вот
Да блин, ну что ж такое? Ой. Ух ты. Сбежали все, блин, как тараканы на своего тут. Молодцы. Что, брат? Этот не смотрит сзади? Уже. Развернись и возьми. Брат, да, нет, не успеешь. Тут не получится. БТ с кем? С РМ? С этими, да, вроде бы. Точно не знаю, мне кажется. Блин, не берется заранее. Ой, сори, это у меня... Угу. Это у меня там свой ролик еще, я на фоне случайно запустил. Слышал. Ну, это на записи. Так. На А. У них? Да, они спускаются через другой подъем туда, на ЦПР. А нет, здесь один. Но у них там блочит заезд один. Двое, они там обои. А, там наш опять один лазит. А у нас все по одному, я не знаю, что. Но я тут ничего не могу. Они ведь просто стоят на расслабоне. Ну они все вместе, а у нас ты одна, и лучник какой-то недобитый, и все. Он убил. Какая к тебе, Каги? Будешь спасать меня сейчас.
Давай спасай. Так. Дубль 2. Сирай против Империи, опять против них. Они то ли втроем, то ли в чет... А, нет, в пятером, наверное, они играют. Либо им просто повезло, что состав такой же. Вот этот один у нас был. То есть они в пятером максимум. Опять у них чемпион на коне. О, наш кого-то убил даже. Опять они вместе. Да ладно. Да, мясо выбил. Как он? В другого целился, а попал в меня. Попал на 92. Во всадника. У всадника почти нету хп. Я убил его. Не спеши. Медленный. Ого, ты молодец. Вы вдвоем остались. Так, дубль 2. Ого, у них чемпион всадник никого не убил. Но у него 4 ассиста. Просто я видел, что он активно участвовал, даже удивился. Так. Есть, на 36 его ранил. Есть еще одного всадника. На 60 его, все убили. Ой, тут пилось как хорошо, ну-ка, ну-ка. Блин, мимо. Не спеши. Все, убили. Не понял. У верблюда хп вообще нет. У них ФК какой-то. Нифиг.
Ой, спасите, мамочки, зараз. Так, попробую за мамлюка. Может, с ланцой опять попробовать. Все равно проигрываем, терять нечего. Передумал ехать. Свой еще задамажил, жесть. Больше, чем на пол. Кава, у нас лишнее одно, мне кажется. Последняя у тебя. Единственная. А, нет, еще с тобой. Опять против них. Ну, слушай, я не знаю, я, наверное, пикну это. Хотя он у нас ДМ какой-то. Может быть, я пикну арбалетчика. Ну-ка, сейчас, если никто... Если кто-то каву возьмет, пусть я за арбалета попробую. Блин, никто каву не хочет? Ну ладно, тогда придется мне взвалить на себя эту ношу. Тогда придется рисковать. Сразу за этого быть, за всадника. Блин. Щит ему. Ой-ой-ой-ой. Ёлки мотал. Кирдык. Yeah.
чемпион хотел, переродившись за крестьянина. Ну куда ж? Сразу несколько. X прожму. Ну, отлично, по крайней мере, тебе на двух рыцарей хватит. Значит, нужно где-то двоих-троих убить, чтобы 390 было во втором раунде. Минус. Что захотел? Минус 51 ему еще раз. Я его полтора раза уже убил. Смотри, он разозлился. Супер. Ёлки. Броди. Последняя жизнь. Идет и дуэль просит, ну это ужас какой. А нет, это не, ошибаюсь, не дуэль, ни в коем случае. Он же без щита был. Он блочит. Мы победили. Шикарно. Очко престижа. Вот на втором месте, молодец. Уже такая, блин. Извини меня, сложный уровень тут. О, как раз у меня на всадника и... Получается, если у меня... Если меня сейчас убьют, то еще на арбалетчика хватит. У них двое всадников. Так. И все вместе. Выцеливать меня.
все. Время. Ну ладно, за всадника так уж и быть. Надо уходить. Перебили. Их 4 человека у нас тут. Металки бы. Так, одного убил, меня убили. 2 на 2. Нет, 2 на 3. У меня все. Угу, у меня тоже. О, у ДМ еще одно, оказывается. Так что он без щита взял. Хватило, может. Он мог бы отбежать бы как-нибудь тихо, взять щит. Ничего не было возможности. Может, их тут хорошо. Они коцаны, в принципе, блин. Но со щитом всегда шансов больше. Надо было ему все-таки оббежать щит взять. Ну ладно. А, это и у нас еще один раунд, оказывается. Ну вот, кстати, ДМ пишет про то, что там с кем-то в чате спорит, говорит, ты следующий после Гиби, кто думает, что если он про Варбанде, то он про и Баннерлорде. Ну типа механики разные. Блин, что-то я не то взял. Я совсем не то взял. Металки нужны. Можем выиграть этот раунд. Них один ливнул еще. Есть. Есть. Ух ты, я ошибся. Блин, так обидно, зараза. Yeah!
очень большой у этих двуручников. Они машут ими, блин, как заклинанием. Не надо было мне в этого арбалетчика пытаться еще сейчас попасть, ну ладно. Против клана даже один раз выиграли и потрепали их серьезно. Нормально, у меня всадника получилось переигрывать несколько раз. Так, Стургия против Кузаита, против клана Grand Turk. Короче, Grand Turk. Grand это как великий переводится, знаешь, великие турки. Посмотрим. Один кавалерист. Блин, я его на 7 только. Собака, а не. Нахрен его. Спасите. Ну, 85 его ранил. Grand Turk убил. Баннерлорда. Что они так с ним возят? Отлично. Еду. Вы все разделились. Не успешно. Я думал, меня убили уже, там черным написали. Ну ладно. Ну проиграли мы, они с большим перевесом победили. Так. Сейчас попробую с дружинниками. Хватит на одного дружинника, на одного райдера. Так, ладно, этот С берет, тогда пусть он С берет, а я вот эту возьму. Блин, задрал, да. Ugh!
Не. Слушай, вот этот спуки, он пипец как камеру вращает. У него, наверное, скорость мышц слишком высокая. Или я не пойму, что. Что-то кава дофига. Кого-то убил, отлично. По очкам можем, если чуть-чуть их потянуть. Собака, а? Повезло, что ноги у него чуть-чуть их потянуть еще. По очкам тогда победим. А, мы и так побеждаем. Бред какой-то, у нас все живы, мы победили с большим перевесом. Хотя ничего не изменилось, так же как играю. Ну то есть каву у нас пикнули еще несколько человек, но не в этом дело, наверное. Ну, сука. Надо ждать их. Ой, лошадку дай. Задавлен.
Один у них. Почему у нас один ливнул? На 144 хедшот. Ужас какой-то. Что там? На своего убил пинком каким-нибудь? Так, еще раунд. Решающий, 2-2. У меня ж рука устала. Выбросила. Все, вы сами в себе остались. Надо было меня попросить, если ты без копья была, если ты с металками, чтобы ты мне метнула хотя бы один там, два топора. Вот этот спуки у него что-то вообще. Во, камера вообще жесткая, короче. Тебя сильно скажет, то что неприятно для ушей. Что неприятно? Микрофон скряжет, мой микрофон. У меня опять скряжет? Короче,